Скажите, пожалуйста, вам нравится? Мне очень нравится. Я вообще стала поклонницей этого коллектива, который приехал к нам из Бурятии, из Улан-Удэ. Они какие-то невероятные, просто невероятные. Они каждый раз поражают, они каждый раз делают совершенно что-то невероятное и делают это все качественно. Они такие благородные, такие красивые, интеллигентные, да, что очень, тоже вообще большая редкость. Воспитанные. Да. Очень смелые. Вот да, этот коллектив женщины, надо отметить, да. Знаете, это такая... А что такое смелые? А смелые, знаете, когда вот они, многие коллективы, вот, ну, объективно, вот хорошо что-то делают, естественно, здорово, вроде бы как пытаются удивить, берут направление, но где-то это немножечко так, знаете, рядом, близко, даже, казалось бы, в другой хореографии много используют родных, скажем так, элементов, а вот этот коллектив, вот я не могу не заметить, они прям... совершенно вот кардинально противоположное направление берут и смело ныряют в это.